Я сейчас делаю пример устройства, которое может работать на солнечной энергии. Это новогодняя игрушка. В ней всего лишь один потребитель, мотор. Я сначала подключаю модель к источнику постоянного тока, который работает от сети, потому что хочу определить нужные параметры солнечной батареи. Так как если подключить, например, слишком мощную батарею, то мотор может сгореть. В данный момент вы видите модель в действии. Действие очень простое, но вот так она должна крутиться. Сейчас мы определили подходящее напряжение, при котором скорость оптимальна. Оно составляет 1,5 вольта. Сила тока 2 миллиампера. Теперь после определения подходящих параметров мы можем попробовать различные батареи. Сейчас модель подключена к солнечной батарее. Ее параметры далеки от заявленных. И я хотел бы проиллюстрировать, что если параметры не соответствуют оптимальным, то модель работать не будет. Батарея, как видите, на вид большая, но ее не хватит для питания такого мотора. Как видите, модель не крутится, не работает. Соответственно, мы понимаем, что эта батарея не подходит для питания этой игрушки. Мы сейчас определили, что эта батарея не соответствует заданным параметрам. И следующей стадией моего проекта будет разработка подходящего солнечного элемента для этой модели. Это очень важно, сберегать энергию, так как наращивать объемы ее производства можно только до определенного предела.